Десятая глава, книга Неемии. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, сын Гахалии и Сидекия, Сераия, Азария, Иеремия. И от дальнейшие стихи до 27 перечисляют имена тех людей, которые приложили печать. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его, и предписание Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлеб и предложение, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребия о доставке дров, священники, левиты и народ, когда какому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего».